В День защитника Отечества первые лица региона, ветераны Великой Отечественной войны и жители областного центра почтили память ивановцев, не вернувшихся с фронта, и тех, кто упорным трудом ковал победу в тылу. В знак почтения к их военным заслугам к вечному огню у памятника героям фронта и тыла были торжественно возложены цветы.